Как зовут тебя, серьезный человек? Гриша. Гриша? Ты мороженое ел сегодня бесплатное? Тебе не досталось мороженое? Нет, я не вижу. Выключите музыку, у нас серьезный человек говорит слова вообще. Подожди, дайте мы послушаем. Гриша, что случилось? Я взял, но я ее не съел. Почему? Потому что я ее не съел. А оно тебя ждет еще? Понятно, у мамы? А маму как зовут? Неля? Анеля. Да. Мама Анеля, где поднимите руку? Здесь. Вы смотрите мороженое, Гришна, не съешьте. Вот лежит. Да, все, вы ждите обязательно. Дайте нам музыку, пожалуйста, Максим. Ну что, Гриша, серьезный человек, готов. Я видел, что он целый день сегодня прыгает на батуте, у него все на руке серьезно. Знаешь, как ехать, знаешь маршрут. Слушай, какой серьезный человек вообще. Все, 3, 2, поехали. Итак, смотрим на время. Мультик, ну что там, 3 секунды, 4. Ой, настоящий мультик, смотрите. Куда он поехал? Куда-то поехал. Так. 16, 17, 18, 19, 20 секунд. 20 секунд. Ну, хороший результат, брат, Гриша. Если бы ты вот не поехал туда далеко, ты сейчас бы в эфире на первом месте был. Ну ладно, все, двигаемся дальше. Давайте. Так, кто следующий у нас? Ладно, все готов? Все, я тебя больше не отвлекаю. 3, 2, 1, поехали! Итак, Радомир, дорогие друзья, дал себе на это препятствие всего 10 секунд. Прошло 7, 9, ну что там, 11, 14, 15 секунд. Радомир, ну на пятерочку дошли всего лишь. Ну молодчина, ты себе стоишь. Хорошие задачи. 15, 19, 15. 2 по 15. Да, давайте 2 по 15. Давайте, держи тебе, тоже на школу поварят. Ребята, все, кому дали сертификаты на школу поварят, обязательно звоним по телефону, да, потому что, чтобы там было на вас место. Держи, я понял, держи.